Здравствуйте. Хорошо. Где хоть вы живете-то, я хочу вас спросить. На Марковникова. На Марковникова? Да. Квартира-то хоть есть у вас? Есть. Вы социально не защищенный или как? Нет. А? Нет. Вам что, пенсию не платят или как? Не платят. Не платят пока? Нет. В следующем году. В следующем году? А какой у вас возраст? 59. 59? Да. А где вообще раньше работали? Я сидел в тюрьме. А, сидели? Всю жизнь. Поэтому... 33 года. Поэтому, наверное, и это... такие обстоятельства. Ну, конечно. Хорошо, квартиру не потерял. А, если не секрет, по какому поводу вообще вы сидели, мотали срок? Ну, тогда в свое время улица на улицу драли, стрелялись. Вот эти, так. Порезы, вот эти, хулиганцы. Это в 70-е годы? Да, да, да. С какого года? 59-го. 59-го? Как и я. Как и я, кстати. Как и я, кстати. Ясно. Понятно. Жизнь приходится... В эту жизнь приходится так выживать, да? Ну, а куда деваться? Ну, а в принципе, вообще-то так вот, по идее-то, что-то вообще-то существенное можно найти вот в контейнерах? Нет, контейнеры, вот железки. А как вас вообще величать? Игорь. Игорь? Да. Вот, дело в чем? Что у меня обостренное чувство к несправедливости. Ну, правильно. Вот. Потому что сейчас в наше время происходит такое дело, это абсолютно меня очень задевает и трогает. Знаю. Вот. Я закончил в Нижнем Новгороде еще ГДРП, Горьковское детское речное пароходство. Речное пароходство? Слушай, друг, мы с тобой коллеги, я тебе серьезно говорю. ГДРП сложно. А? Сложно. Ну так что, пойдем. Как тебя величать? Игорь Витальевич. Игорь Витальевич? Игорь. Ага. Ага, понятно, ясно. Ну ладно, Игорь, в общем, давай, Бог тебе поможет, конечно, спасибо, все. Если можешь, гляди, я тебе сейчас дам, что у меня есть, конечно. Вот, потому что я гляжу, ты человек такой этот. Я вот тебе, у меня вот есть вот сотенка, да? Дай дам сотенку. Ну ладно, все, всего хорошего тебе. Увидимся. Давай. Ты тут частенько бываешь, да? Да. Ладно, ладно, ага. Ну ладно, давай. Всего доброго.